Лисичка. Сон Е. Джин. Саундтрек к анимационному фильму «Девочка-лисичка». Песня «Помню». Руководитель Конг Хён Джин. Хван Гым И. Рю Док Хван. Саундтрек к анимационному фильму «Девочка-лисичка». Песня «Помню». Песня в исполнении Ли Хён Су. Звукорежиссер Янг Банг Ин. Меня зовут Юби, и мне 100, в общем, около 10 лет. Кстати, почему человеческие души начинают светиться лазурно? Обычно душа белая, но она становится лазурной, когда ты в кого-нибудь влюбляешься. Это мир человеческих душ. Единственный способ стать человеком – похитить человеческую душу. Девочка-лисичка. Создание. Здесь нет никаких эмоций. Что мы делаем? Мы показываем эмоции с помощью мимики, выражения лица. Вот так. Да, вот так. Нам важны твои собственные переживания. А самое важное место здесь. Давай, покажи мне, как это будет. На самом деле, я точно не смогу. Мне это тяжело, правда. Ну что ж, продолжим завтра. Большое спасибо всем. Мы хорошо поработали.
Раз, два, три. Давным-давно в деревне жило страшное чудовище, которое любило останавливать людей и задавать им трудную загадку. По-моему, сложная песенка. По-моему, отлично получилось. Вот тут она тебя точно испугалась. А как это делается? Давным-давно в деревне жило страшное чудовище. Давным-давно в деревне нет. Извините, прерву вас. Давайте снова, а то я вас не слышу. Еще раз. Давайте. Как это делается? Давным-давно в деревне жило страшное чудовище. Давным-давно в деревне... Нет, я пою, а ты говоришь «асса». Извините. Давайте попробуем синхронно сделать. Вдвоем. Да. Запись. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стоп. Вроде похоже. Стоп. Что это такое? Стоп. Хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо. Запись. А где твоя мама? Вы что, сошли с ума? В наше время это звучит нелепо. Нет. Нет-нет. Конечно, нет. Хорошо, достаточно. Да я еще могу. Где это?
Давным-давно в деревне? С давным-давно, весело и живо. Давным-давно в деревне жило страшное чудовище, которое любило останавливать людей и задавать им трудную загадку. Это чудовище звалось Сфинксом. Сфинкс, что бы я сделал, если бы тебя встретил? Сфинкс, если бы я тебя встретил, это было бы здорово. Чудесное путешествие в Египет. О, загадочный лев в пустыне. О, это похоже на сон. Это похоже на кино. Как бы мне хотелось поехать в Египет. Как же это трудно. До этого момента все понятно, а вот тут давайте еще раз посмотрим и решим, как лучше. Может, лучше петь по очереди? Хорошо. Давайте вы еще раз начнете по очереди. Сейчас только Юби. Запись. Начали? Раз, два, три. Давным-давно в деревне жило страшное чудовище, которое любило останавливать людей и задавать им трудную загадку. Это чудовище звалось Сфинксом. Сфинкс, что бы я сделал, если бы тебя встретил? Сфинкс, если бы я тебя встретил, это было бы здорово. О, чудесное путешествие в Египет. О, загадочный лев в пустыне. Это похоже на сон. Это похоже на кино. Как бы мне хотелось поехать в Египет. Стоп. Вот сейчас получилось совсем хорошо.